Друзья, привет! Ну что, будем купаться? Вот поломка ждет. Я готов. Будем купаться. В общем, с водокрещением вас, друзья. Настраиваемся. Поехали. Намасте. Ну что, мотор пишет. Пишет. Все, я пошел по второму кругу. Можно на другие реки. Раз, два, три, четыре. О! Ну что? Эй, гайс! Слава богам, предкам нашим, друзья! Закаляемся, наполняемся. Япония – это всегда здорово. Это свежий воздух и вода – наши лучшие друзья. Я желаю всем наполняться энергией радости и счастья. Помните, что все самое лучшее находится у вас, в вашем уме. Чем больше вы верите в это хорошее, тем лучше, больше хорошего у вас будет. Я поздравляю вас всех с этим прекрасным праздником, это водокрещение, и желаю, чтобы вы находили в своей жизни как можно больше таких моментов, которые позволяют вам радоваться жизни, наполняться, заниматься спортом, быть крепким, здоровым, кушать здоровую пищу, верить в себя, верить в самое лучшее. И помните, что закон притяжения работы. Во что вы верите, то у вас и будет. Слава богам и предкам нашим. С водокрещением, друзья! Сегодня 19 января 2021. Вот сейчас стою, пара идет, это классно. Немного, да, было? Потому что не купался целый год, не моржевал уже давно. Смотри, пар идет, да, видно? Пар такой, пар идет. Классно. Вот сейчас начинается порочек, это классно, прям тепло уже стало, да, сначала холодно, а сейчас уже хорошо, и так суперовски просто обалденно, можно даже по второму кругу идти. Вот это самый кайф сейчас, когда вот начинают эти такие иголочки, тебя начинают колоть, он еще не колет меня, так чувствую, пока только сильно кожи нету тоже, вот ничего такого нету, ну пар начинает, пар идет, и вот это классно, вот такое чувство, да, такое... Тело все парит, это замечательно. Так, слушай, в прошлом году было похолоднее. Хотя сегодня, кстати, у нас сейчас минус 19 градусов, друзья. Минус 19, Киев. Ну все, пожалуй, на этом заканчиваю мой репортаж. Это было купание 19 января 2021. Друзья, жду ваших фотографий, как вы окунулись и светили свое тело в этот прекрасный день. Намасте, всем любви и радости. Всех благ.